Я придерживаюсь такого мнения, что если не хочешь что-то видеть, закрой глаза. Вот. Или выключи телевизор, да. Поэтому на сегодняшний день огромный выбор. Можете смотреть канал «Культура», можете смотреть там, да. Но почему-то все смотрят «Каникулы в Мексике», потому что это людям интересно именно из-за того, что там секс, жизнь и что-то настоящее происходит.